Здравствуйте, дорогие друзья и подписчики! Сегодня у нас 7 августа 2024 года, 11 часов утра, 25 градусов тепла. Наконец-то пекло у нас отступило. Прошел дождик, весь огород нам полил и помидоры полил. Не знаю, какой с них будет толк. Иду в тепличку показать вам сибирский салют. Перец сладкий, вверх торчащий. Будем обязательно собирать семена. Сейчас он вот такого цвета желтого, но должен быть красный. Сибирская селекция. Это раннеспелые. На следующий год все буду только раннеспелое. Надоело мне, так показываю, сама не знаю, что солнце освещает, надоело мне все позднее. А ну поздние сорта есть вкусные, но поздние они есть поздние. Нужно открыть теплицу, потому что с утра было холодно, 20 градусов, и шел дождь, как я вам говорила. Так. А сейчас очень даже жарко стало. Вот огурчики у нас еще растут. Надо подвязать. О, видите, сколько много наросло огурчиков. 15 семечек было, а всего у меня раз-два куста. И где-то здесь еще есть куст. Вот он, вверх торчащий, видите? А две головы вниз запустилось. Не знаю почему. Один вверх торчащий. Но почему-то он у меня желтый. Может, потом красный станет. Посмотрим. Хотя здесь у меня посажены были дартыньян. Вот он, дартыньян, он вниз. Не поймешь. Короче, у меня здесь все смешалось. И смотрят и вверх, и вниз, и убок. По этой грядке не будем судить. Будем судить вот по этой. Вот он. 100% этот кустик. Вот он, видите? Даже носики такие. Вот, как на картинке. Ну вот носик. И вот он носик. А здесь вверх торчащий опустил голову вниз. Вот, а носик такой. А чего-то ушел вниз. Не вверх торчащий. Здесь вверх торчащий хорошо растет. И все, больше он не цветет. Вот только один завяжется. И в итоге, и вот еще на кусту сколько получается штук он дает? Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Семь и два маленьких. Ну, 8-9 штучек. А здесь раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Все. И больше он цвести не будет. Он теперь будет приобретать такой вот красивый цвет. Красный. Так мы поставим. Такой вот красавчик. Правда? На вкус я не пробовала. Ничего я не пробовала. Поэтому, когда вызреет и будем кушать, я тогда вам скажу характеристику его. Семена были 22-го года, поэтому они у меня плохо взошли, что-то совсем маленькие, хотя до 26-го должны быть. На вид, внешний вид очень красивый, очень, мне нравится внешний вид. Семена соберу вот с этого вот кустика. Хорошо вызреет вот эти вот два штучки. И соберу семена. А здесь вот головки не запустил. Что-то, какое-то семечко бракованное попалось. И хоть носик соответствует описанию, но головки вниз. А здесь головки почти все вверх. А здесь вообще, посмотрите, острые. Хотя должны все быть носики. Вон, видите, какие? Острых не должно быть. Поэтому вот с этих вот двух возьму. Ладно, лишь бы вверх росли. Заходите в гости, мои дорогие друзья. Буду очень рада. До свидания. До новых встреч.
Такого красавца я вам показала. Обязательно буду выращивать. Пока.